Мяты. Не нужно просто мяты. Я не вижу, как бы две команды. Я вижу толпу и столы. Знаете, одна команда сюда, в аренду, а вторая сюда. Так, готовы, да, две команды? То есть конкурс у нас простой. Мы будем как бы кушать. Это два закона. Кто быстрее скушает, тот и победил. На счет раз, два, три. Мы начинаем. Подожди, подожди. А, ну что, давайте, поехали, поехали. Забивать нельзя, я вам сразу говорю. Не прятать. Хлеб не прячь! И хлеб не прятать, я думаю, тоже всякие потаенные места, потому что девушки у нас одни в корпусах участвуют. Проверять некому. И как бы кто быстрее всех съест батон, я думаю, надо поднять руки и кричать «Вау!». И пацанам тоже батон не надо давать. Ой, какой вкусный батон! Ой.